Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру, ну, сосед, которого я сам создал в Майнкрафте, да, и называется эта игра, называется она, я даже не придумал, она называется... Оно называется Hello Neighbor. Hello Neighbor. Hello Neighbor. Короче, просто Hello Neighbor, да. Ну да, Hello Neighbor, есть такая игра «Привет, сосед», да, Hello Neighbor, но извините, что я название повторил, ладно, а вы смотрите, как я буду играть. Итак, мы загрузились. Так вот, мы загрузились в этом мире, так сказать. Так, мы осмотрелись. Блин, мы почти перепрыгнули. Чего я могу за карту перепрыгнуть? Вы видали? Фокус-фокус, тру-ля-ля. Так. Шоп, чего? Шоп, вы видите? У нас будет шоп. Блин, я не могу перепрыгнуть. Так, но это не по правилам. Ведь так нечестно, потому что мы же... Ну, мы можем разглядеть машину, чего? Правда, мне музыки не хватало бы добавить. А как назад залезть? Так. Что-то я не понял. А как назад залезть? Больше так не делай. Блин, лучше так не делайте, а то вы не сможете назад запрыгнуть. Да, блин, мастер-паркурщик я, конечно. Ой, хорошо, что эта игра в Майнкрафте, ну потому что... Да я не могу. Все, я перезапустил игру. Кстати, у нас нет оператора, чего? Атаковать игроков нельзя, атаковать мобов нельзя, команда оператора, использовать телепортацию, стоп. Неужели мы не можем... Гейммод. Нет, мы не можем, представляете? Ладно, давайте просто так играть. Так, смотрите, это связано с Dark Riddle. Смотри, да чего так экран у меня трясется? Смотрите, домик на дереве. Кто-то наверху. Там наверху, вы видите, какие-то штуки. Сундук. В нем ничего нету. Давайте поднимаемся наверх. Автомат. Автомат. А это, видимо, наша кроватка. Чё это? Странно. О, видите, написано «Скоро будет». Скоро будет. Блин, а что там? Какой-то красный блок туда поставили. Не, ну вы видите, там решетка. Там решетка, значит, там что-то есть. Это как Dark Riddle, кстати. Так, да, о, я же не заметил. Дом номер один и дом номер какой-то. Блин, а что там? Мне так интересно. Так, тут какая-то стена. Там еще стена, за которой шоп находится. Я видал. Кстати, я слышал, что тут могут быть пасхалки. Вы видите листва? Листва? Какая-то там листва. Стоп. Мне не кажется. Или это, она что-то обозначает? Рил, там реально какая-то листва. Вы видите, какая-то листва. Она находится вот тут. Ну-ка, давайте копать. Ура! Ребят, мы сейчас листву получим. Чего?
Серьезно? Блин, это долго придется копать. Ладно, давайте копать, 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 копать. Дырка? Чё? На самом деле я знаю, потому что я сам эту игру строил. Тут ничего нету. И... О, мне написали! Вы видели, мне написали? Ты нашел это? Кстати, от моего имени чего? Мне железную кирку вы... Ладно, я на самом деле знаю, потому что я сам эту игру создавал. Там командный блок, потому что... Так мы, по идее, можем сейчас разломать. Но и нам нельзя, потому что... Давайте попробуем. Это ломается! И мы дошли... Шоп. Мы можем зайти. Чего тут, по идее, должны были какие-то продукты лежать? Так, а это что? А, это типа место, где продавщица была. Наверное. Так, неизвестно. Хлеб, листва дуба и рычаг один. Рычаг. Читать. Помоги ему. Кому ему? Кому ему, вы не знаете? Кому? Кому тут помочь? Скажите, пожалуйста. Помоги ему. Кому ему? Кому? Я не могу листать. Кому он? Просто, а не кому. Ну, кому мне помочь, вы не знаете? Эй, кому помочь? Скоро будет. В следующей версии. Тут да. Кому помочь? Дом загадка. Но мы пойди. Мы можем взломать чего? Так, кому помочь? Скажите, кому помочь, я вам помогу. Блин, он может читать неизвестно. Помоги ему. Кому ему? Автор неизвестный, оригинал. Не, ну оригинал, ну это понятно. А кому помочь? А кому помочь, вы не знаете? Может, он на дороге гуляет? Кстати, давайте проверим опять. А то уже смог выползти. Правда, придется опять перезаходить. Но, к сожалению. Так вы не знаете, кому помочь? Да я не понимаю, кому помочь, кому? Ой, где я? Какой-то баг произошел, и меня сюда перекинуло. Кстати, может хлеб съесть? Мы не можем хлеб съесть! Почему я не могу хлеб съесть? Я зажимаю! Я не могу съесть хлеб! Кстати, у меня вообще записывается. Фух, я не могу съесть хлеб. А может, ему надо помочь? Я только сейчас догадался. Не работает. А как? Так, мне кажется, я понял. Если вот этой таблички, нам надо поставить рычаг, да? А как нам открыть дверь? Откройте! А, нам надо ее сломать. Тут темно. А, не, это блоки, походу. И... Ой, я ничего не вижу.
Ой. Дождь начался. Увидите, у него какой-то эффект. Мне написали ты. Ты? Что такое значит ты? Мы умерли? Чего? Вы прошли? Чего? Мы прошли игру. Мы прошли мою игру, которую я сам же и создал. Ладно, на этом мы будем прощаться. Всем пока-пока.